В республике продолжается посевная кампания. Особенности этой весны в том, что аграрии вышли в поля раньше обычного, но потом из-за погодных условий вынуждены были снизить темпы. По оперативным данным, на 12 мая в сельскохозяйственных и фермерских хозяйствах республики посеяно около 115 тысяч гектаров яровых. Это составляет 59% от общего плана. Аграрии Яльчикского района первыми в республике выполнили план сева. В остальных районах работы все еще ведутся. Темп сева яровых, зерновых и зернобобовых культур в республике составил 7,5 тысяч гектаров в сутки.